Цвёрдыя, мяккія і нават працяглага выспявання. Больш за 7 дзясяткаў відаў сыру сёння прэзентавалі ў сталічным батанічным садзе. Сырны фэст ладзіцца трэці раз. Лепшыя прадпрыемствы краіны дэманструюць навінкі, а для наведвальнікаў ладзяцца кулінарныя майстар-класы, флэш-мобы і нават сырныя алімпійскія гульні. На свяце пабывала Юлія Токар. Майстер Галіна Таранца Слаўгарада на працягу 4 гадоў варыць сыр па дамашніх рэцэптах выключна з казінага малака. Такі натуральны прадукт адрозніваецца сваёй жвавасцю. Сыры ў нас разныя. Этот з паприкай. Вот этот сыр тмін, чеснок і чорны перец. А вот этот сыр просто из молока. Этот сыр мы делаем специально для детей и для людей, которые придерживаются диеты. Мы не переработчики. Мы подоили коровку, сразу сыр поставили на газовую плиту, довели молочко свеженькое до кипения, добавили туда не то сыворотку, то есть у каждой хозяйки свой рецепт. Дарэчы, слаўгарадскія сыры ведают и за мяжой. Традиционные хатние рецепты сыроварства корыстаются попытом у России, Германии и Франции. Гастрономичный туризм для Минска становится своего рода визитной карткой. Наши белорусские сыры действительно заслуживают большого, ну скажем, уважения, внимания, потому что и тем самым мы показываем, что мы сравнимы и с голландскими, и с французскими, швейцарскими, итальянскими сырами. Нам есть чем гордиться, и мы должны это знать. Сырный фест объединил 8 лепших промысловых предприемств Украины. У каждой организации свои особливые технологии вырабу. На сегодняшнем фестивале представлено больше за 70 видов сыра. Новинка этого года – сыр протяглого поспевания. При годовой вытримце он набывает своеобразную консистенцию и вместо желтого колеру набывает коричневый. Не в каждом магазине можно попробовать это. А здесь очень довольно-таки неплохо. И время провести в таком хорошем месте на природе всегда приятно. Подчас фесту минулый год наведвальники набыли амаль 2 тонны сыра. На гэты раз гостей пришло значно больше. Для их, кроме майстер-классов и дегустаций, подрыхтована забавляльная программа с конкурсами и танцевальным флешмобом. Сырное свято протягнется до вечера. Азартных наведвальников чакае сырное казино. Юлия Токар, Дмитрий Чумак, агентство «Теленовин».